Перед просмотром данного ролика посоветую вам подписаться на канал Макса Шуршова. На его канале вы сможете найти критику серверов Сампа и также прикольную рубрику «В мире Сампа», где Максим делает свои уникальные видео. Ну что ж, погнали! Джеймс, матерись, мы будем смотреть твои ролики! И сегодня у нас на обсуждении тема... Стоит ли материться в летсплеях или видео вообще? Ну да, в своих роликах, в общем. Я считаю, ребят, что материться нужно по делу. То есть, если какие-то эмоции, их нужно выделять ненормативной лексикой. Но это лично мое мнение. Нет. Он же считает это иначе. Но я его, вы знаете, я его переубедить смогу. Ну, в общем, давай. Вы решите в конце роликов, кстати, проголосовать, кто... диалог этот вывез, так сказать, можно в нашем общем паблике. Мы не ебемся в жопу, ребят, не подумайте. Не матерись, пожалуйста, чувак. Блять, как же это бесит. Это чувак любит маты. Это мой летсплей. Вот объясни, то есть тебе человек сказал не матерись, то есть в своих роликах, да? Один человек сказал не матерись. И ты не материшься? Почему? Объясни. Ну, а почему да? Ну, я считаю, что вот ты эмоции какие-то у тебя там, блядь, тебя сбили, да, на велосипеде, например, в Сампе, да? Снимаешь твой летсплей, и ты такой, нихуя себе, бляха! Тебя сейчас сбил кто-то, что ты сейчас материшь? Нет, ну чем беседа, ну сегодня же мы обсуждаем, то есть я отстаиваю свою, эту, свою позицию, значит, я буду сегодня материться, даже без каких-либо эмоций, понимаешь? Открыто, что ли? Ну расскажи мне, почему не надо материться в роликах? Ну, потому что это отпугивает зрителей, ну, детей, школьников и их мамок. Их мамок. Чувак, не затрагиваем тему мамок, потому что меня развезет, и летсплей продлится 30 минут. Кстати, вот ты говоришь, отпугивает зрителей конкретно чем? Ненормативной лексикой? Как я знаю, наше поколение сейчас, малыши все знают матов больше, чем мы. И поэтому им нравится это, они не обращают внимания на это, братан. Ну, мне много людей писало, что типа... меньше матерись, будет все тогда четко. То есть ты слушаешь это 10% от своей аудитории? А почему нет? То есть 90% твоей аудитории говорит: Джеймс, матерись, и мы будем смотреть твои ролики. А 90% говорит: Джеймс, пожалуйста, не ругайся матом. Я вставлю это в начало ролика. Не, ну чувак, ну согласись, ну что не так? То есть, ну я, пойми, ну согласись, ну надо материться хотя бы в эпичных моментах. Ну эпичные, да, не спорю, но не всегда ж. Ну я посмотрел твои ролики, ты там просто не матерился вообще, объясни почему. Тебя сбили, ты такой, не-не, материться сегодня не надо. То есть ты слушаешь школоту, ребят, вот я его не понимаю, но материться нужно. Как говорил сам Менделеев, что материться в роликах это понятно, да? Менделеев? Стой, погоди, ты говорил Менделеев? Да, Менделеев сказал, что материться в роликах это как дрочить. Тогда ёбаный в рот, хули мы тут хуйнёй страдаем, ты пиздец, что ты мне втираешь сразу, потому ёпта сказал, Менделеев пизданул хуйню. Давай материться, ёбаный в рот. Ну серьёзно? Охуительный чувак, блядь, чё ты... Ёпта, слушаем школоту, блядь, Менделеев охуенный паря, слушаем Менделеева, ёпта. Ребят, ну поняли, кто кого переубедил, короче. Ой, нет, ну все равно, ну согласись, ну реально, Джеймс. Ну да, пизда, я ж тебе отвечаю, все, ёпта, материться это охуительно, я даже. Давай, скажи 300 матов, братан, 300 матов, поехали. Сколько? Скажи 10 раз, блядь. Нет, сколько матов сказать? 300. Отсоси у каратиста! Ой, блядь, это реально это бред. Ребят, знаете, почему мы снимаем это видео? Потому что мы не знаем, о чем снимать. Просто нет уже, все снимали, что можно. Кстати, у меня есть идея по Даймонду, что снимать, кстати. Я думаю, многим ребятам интересно будет это. Так что, ребят, следите за новостями, короче, в нашем паблике совместном. Еще раз повторяю, мы не геи, мы не ебемся в жопу. Ну, и просто местный паблик. Так что, ну как бы... Минута молчания, блядь. Нет, честь, братан. Нет. Старый Джеймс случае. Сдох, родился новый. Мазафака, бич, пух, сука. Яу. Короче, ребят, с вами был Джеймс из Бро и Макс Шуршов. Всем пока. Это краткий ролик. Все, всем бай, короче. Адьос, амиго. Джеймс, матерись, мы будем смотреть твои ролики.
маленький,